Похідні, субота, як завжди, підсумки військового тижня з військовим експертом Юліаном Аксьоновим. Радий вітати. Розпочну з головної події цього тижня. Вже всі обговорили, вже всі відсвяткували. Так, війна – це трагедія, це величезний біль, це і розруха. Але коли зустрічаються такі локальні перемоги, перемоги, після яких така перспектива з'являється, тому що пішов на дно не просто русський воєнний корабль, а пішло щось значно більше. І я пропоную розпочати саме з прогнозів твоїх. Ну, давай по факту скажемо, що Москви більше немає. Що Москва, що крейсер давав нашому ворогу? Яку перевагу? Да, приветствую тебя и наших зрителей. У этой победы, как и у любой другой, есть два аспекта. Один военный, другой имиджевый. Начнем с военного. Наш враг в который раз был наказан за свою военную глупость. Все мы уже знаем, что это флагман, что это очень большой корабль, но начнем с небольшой предыстории. Это проект 1164 «Атлант». Разрабатывался, как любят очень россияне использовать этот речевой оборот, убийца авианосцев. Оттого у него очень избыточно, как оказалось, для Черного моря, много ракетного вооружения, вот эти вот направляющие, которые с двух бортов находятся от него и придают ему очень солидный вид. Это были в 80-х годах П-500 «Базальт», а после того, как они достались России, была проведена модернизация П-1000. То есть главное вооружение 16 ракет П-1000. Если не ошибаюсь, они по полтонны весят, были рассчитаны на то, чтобы топить авианосцы и корабли сопровождения, потому что авианосцы сами не ходят, кроме, кстати, российских. Там позволительно буквально в эскорте иметь 2-3 корабля, но по стандартам США, на что равнялись проектанты этого корабля, это около 15-16, в том числе и подводные лодки. Но подразумевалось, что пробить оборону вокруг авианосца будут помогать еще другие корабли, а вот самое главное оружие проект «Атлант» должен будет нанести сокрушительный удар по супостату. Понятное дело, что во времена холодной войны прямого контакта или, скажем так, боестолкновения эти корабли с АУК, авианосными ударными группами, так и не увидели. Достались Черноморскому флоту Российской Федерации от Советского Союза. Кстати, у нас тоже есть его копия, называется она «Украина», доведена до готовности в 95-96% во времена первой каденции Леонида Даниловича. Мы даже собрали экипаж на него, подняли флаг ВМС, но поняли, что его содержание обходится примерно как половина военного бюджета того времени. Опять же, повторюсь, корабль избыточен для Черного моря, но нету у него таких целей, нет авианосцев вражеских в Черном море. Мы отказались от него, и он сейчас стоит у причальной доски судоремонтного завода. Или же, если могу путать, там, где раньше был завод-производитель, это имени 61-го коммунара. Логично предположить, что и Москва была там. Там заложено в 79-м, раньше, в 79-м было спущено на воду, изначально у него было название «Слава».
В 82-м сдали в эксплуатацию, а в 83-м он был зачислен в списки флота. 40 лет. 40 лет кораблю, 10 лет с 90-го года по 2000-й он проходил ремонт и модернизацию все на том же заводе производителя. Россия не отказалась от него, не сочла его слишком избыточным. Он был таким медийным кораблем, участвовал в различных парадах, учитывая его название. Сам легендарный мэр города одноименного взял над ним шествие над всем Черноморским флотом. Участвовал в военной кампании в Грузии в 2008 году, обстреливал ущелье. Ну, абсолютно бестолково, конечно, но надо было держать марку и, как говорят военные, демонстрировать флаг. Досталось ему участок работы и на сирийском, так сказать, фронте, ну и вот Украина. Опять же, не совсем понятно, что он делал именно там, именно тогда, учитывая класс корабля. Ну вот, да. Единственное, что пока еще остается, и пусть оно так и будет, непонятным, как именно его потопили, потому что теперь переходим к главному. Вооружение этого корабля, кроме уже названных П-1000 «Вулкан», очень много у него ракетного вооружения, зенитно-ракетного. Это С-300Ф «Форд», те самые С-300, только морского базирования, две осы. То есть у него такая эшелонированная противовоздушная оборона, что логично, потому что если этот корабль был нацелен против авианосных ударных групп, там очень много авиации, только один авианосец может поднять в воздух 90 самолетов, от них нужно как-то отбиваться. Поэтому в данном конкретном случае на нашем фронте этот корабль был таким большим противовоздушным зонтиком, причем глубоко эшелонированным, который может работать на разных дистанциях и разных высотах. Ну и с тем фактом, что он сейчас на дне, этого зонтика не стало. Сказать, что Черноморский флот потерял ПВО на морской платформе, нельзя, потому что есть еще у них несколько кораблей, которые могут обеспечить, но уже не такой, он не таких размеров, не такой плотности. Что позитивно сказывается в той части, что мы можем более смело оперировать нашими ударно-разведывательными комплексами на юге Херсонской области, Николаевской и Крыму. Но аккуратно, повторюсь, никто не говорит, что там все чисто. Второй интересный момент. Так как корабль флагманский, то логично предположить, что на нем должен быть походный штаб. Это такой, это не значит, что штаб Черноморского флота весь там был. Это всего лишь штаб, который управляет корабельным ордером, корабельной группировкой, если вместе с Москвой на задание выходят еще несколько кораблей. Но штабные офицеры, они как раз из того штаба, что находится в Севастополе. Стало быть, среди потерь россиян, которые до сих пор не называются, но да, мы можем, а забыли сказать, что экипаж у него штатный, 510 человек, фактически, может быть, было и меньше, но вполне вероятно, что среди этих 400 плюс людей могли находиться и штабные офицеры. Что опять же говорит о том, что мы не просто потопили большой флагманский корабль, но еще и лишили, обезглавили, частично, безусловно, частично обезглавили Черноморский флот. Да, теперь самое интересное, что его вооружение есть АК-630, такая пушка, 30-миллиметровая автоматическая, очень скорострельная. Их несколько, если я не ошибаюсь, 6. И все они должны были сработать именно по низколетящим ракетам. По какой-то причине этого не произошло.
Наш генеральный штаб всех подробностей не раскрывает, остается только довольствоваться какими-то идеями, домыслами. Ну, называется, что каким-то образом такой комбинационной атакой мы смогли вывести из строя РЛС, то есть глаза. Мы ослепили этот корабль, и, естественно, в этот слепой корабль прилетели наши две ракеты, как оказалось, очень удачно. Теперь Черноморскому флоту нужно искать новый корабль, который должен стать флагманом. Причем самое интересное, что по советским стандартам этот корабль был первого ранга, что позволял командующему Черноморским флотом носить звание контр-адмирала тоже первого ранга. Таких кораблей уже нет. Вот россияне любили все время подтрунивать, мягко говоря, над нашими ВМС, что у нас есть адмирал, но у нас нет подобных кораблей. Ну вот оказались сами в подобной ситуации. Ну, назначат условно адмирал Макаров, конечно же. Еще один момент. Несмотря на, безусловно, блестящую победу, давайте все равно держать наш ум и рассудок холодным, пока мы не можем бороться с двумя главными проблемами. Это запуск крылатых ракет. Я напомню, что на Черноморском флоте таким функцией обладает около 6 надводных кораблей и еще, по-моему, 6 подводных лодок класса «Варшавянка». У них 4, в одном залпе 4 калибра, а у надводных эсминцев 6 их. Мы не можем бороться, потому что они не входят в зону поражения наших противокорабельных ракет. Они работают с акватории Севастополя, то есть буквально из дому, выйдя на балкон, запускают эти ракеты, а нам остается только пытаться их сбивать уже в нашем воздушном пространстве. И второй очень важный момент – экономическая составляющая. Я, конечно, не знаю, какой сейчас судовладелец согласится отправить свое судно в воды Черного моря, учитывая и хаотическое заминирование его. Эти мины мы уже видим, Болгария, Румыния, Турция их вылавливают. И факт того, что море, пусть не активное, но зона боевых действий. Так вот, пиратство, которое мы видели в начале, когда россияне обстреливали гражданские суда, вот с ним мы тоже пока не сможем бороться, потому что они могут пакостить нам в нейтральных водах, и опять же повторюсь, далеко за пределами зоны поражения наших противокорабельных ракет. Но и позитивный момент, россияне поняли, что близко к нам подходить чревато, и та самая десантная операция, гипотетическая, перспектива проведения ее, ну, очень-очень-очень сильно размывается, потому что проводить десантную операцию, ну, можно на каких-то сверхскоростных катерах, чтобы быть вне зоны риска поражения подобных ракет, на очень маломерных, для того, чтобы их нельзя было взять на радиолокационное сопровождение, ну, тогда этих катеров надо тысячи. А так как они хотели, в теории, на больших десантных кораблях, они не идут со скоростью катера. Соответственно, становится очень, не то чтобы очень легкой, но достаточно адекватной, скажем, целью для наших противокорабельных ракет. И позитивный момент, что мы получим пополнение в виде противокорабельной ракеты «Гарпун» американского производства, еще Великобритания сголосилась передать нам. Ну, таким образом мы насытим свою противокорабельную оборону. Она будет носить не просто какой-то очаговый характер, а прямо мы можем контролировать большие морские зоны, прикрыть все наши области, которые еще не оккупированы.
И плюс теоретически, опять же повторюсь, теоретически возможно при определенных обстоятельствах мы сможем помогать Мариуполю. Но это пока перспектива не одного дня. Я имею в виду помогать тем, что отгонять корабли, которые обстреливают наших защитников со стороны моря. Про Маріуполь трохи згодом. Після того, як Москва пішла на дно, я побачив таку картину, що розлючений ворог стає в кілька разів небезпечнішим, і ми побачили атаки ракетні на Київ, знову на Миколаїв. Миколаїв іноді по атакам з повітря, з неба, мені іноді нагадує Харків, на жаль. І що це? Це помста, тому що ми знаємо, куди прилітають, і офіційна є інформація, що деякі там виробництва, деякі там цеха. Це навмисно країна-агресор б'є саме в столицю, саме в Миколаїв. Я думаю, да, враг сейчас находится в той ситуации, когда действует не тактически, не оперативно, а реактивно. Вот укусили, он бросился в атаку. После того, как прошло 2 недели активных боев, вот той самый первый этап спецоперации, наблюдается просто какое-то... С одной стороны, непонимание ситуации, действуют стрелять вот потому, что надо стрелять. Да, выбираются чувствительные для нас цели, в том числе и просто бывает под огонь, как ты правильно сказал, попадает и жилая застройка. Ну, не совсем понятно дальнейшие действия на море. Если сухопутная часть, да, достаточно прогнозируема, потому что мы видим перегруппировку в районе Донбасса, Харькова и наших южных рубежей, то на море пока не ясно. И да, да, скорее всего, это какая-то месть просто за військового безглуздя, которая обернулась для них трагедией. И надо же как-то показать, что вы смотрите, с кем воюете. Мы же вторая армия в мире. Уже притча во языцах это стало. Поэтому даже нам, одесситам, конечно же, расслабляться не стоит. Ввиду уже сказанного, десантная операция – это фантастика сегодняшнего дня. Но ракеты к нам прилетать еще могут, к сожалению, пока они не закончатся у врага. А у врага его их еще достаточно много. Еще одна важлива, здається, важлива подія – це зустріч двох наших військових бригад, частин, підрозділів в Маріуполі. Різна є інформація, але ми, звісно, цитуємо інформацію офіційну українську, що все ж таки і 36-та бригада, і Азов зустрілися, там прорвали оточення і посилили одне одного. Наскільки це, ну, дійсно важлива подія з точки зору військових баталій, які розгорнулися в героїчному Маріуполі? Безусловно, важное событие, потому что, с одной стороны, подразделение морпехов, прорвавшиеся к азовцам, ну, конечно же, все это сложно объяснять людям, не владеющим ситуацией, но, скажем, и те находятся в окружении. Но позиции морпехов были в гораздо более угрожающем положении. Поэтому объединение с Азовом спасло их от дальнейшего возможного более плотного окружения, скажем так. И нужно понимать, что это не просто вот мы бились в соседнем доме и из него выбежали и перебежали в дом, где тоже соседний, где сидит Азов. Нет, была проведена тоже своего рода военная операция для того, чтобы пробить коридор
между подразделениями, его нужно было удерживать, отход нужно было прикрывать. Все это делалось в полном взаимодействии. Поэтому эти подразделения вновь показывают чудеса оперативного искусства, находясь в полном окружении, чудеса человеческой выносливости и подлинного украинского духа, казацкого и боевого. Такое соединение даст возможность, во-первых, расширить периметр обороны, там, где не хватало людей, можно будет посадить и удерживать позиции. Это плотность огня, потому что дополнительные стволы прибыли. И, конечно же, это немножечко разгрузит тех людей, которые вынуждены нести дежурство, буквально меняя друг друга каждые там 2-3 часа. И вот этот вот люфт, вот это время отдыха, оно может увеличиться. И опять же, для нашего врага сопротивление защитников Мариуполя станет ожесточеннее, что значит сроки их взятия, как они планируют, Мариуполя, или, как пропагандисты кричат, разгрома, они сильно-сильно отодвигаются, что опять же дает нам шанс перегруппироваться и спланировать более тщательно, если она планируется, операция по деблокированию. Второй момент, что эти подразделения оттягивают на себя часть войск, которые могли оказаться на Донбассе, и облегчают участь защитников Донбасса перед предстоящей битвой за Донбасс. Поэтому, да, слава богу, это случилось. Есть, конечно же, новости о том, что часть вот тех самых морпехов, они занимали разные позиции, пробились те, у кого позиция, ну, опять же, якобы была ближе к Азову, те, кто был на удалении, не смогли этого сделать из-за сложной тактической обстановки и были вынуждены сдаться в плен. Опять же, все не проверено, по непроверенной информации, пока я не видел подтверждения от генерального штаба, но мы слышали оценку, которую дал Денис Прокопенко. Мне говорить, находясь в Одессе, защищать кого-то или обвинять, ну, я вообще не имею права. Поэтому пусть это будет на совести сказавшего. Я не знаю, что там происходит, так ли это, был какой-то приказ, была ли какая-то команда. Будем разбираться после. Но опять же повторюсь, что Мариуполь, герои, и буквально чуть ли не с первого дня войны, ну, чуть-чуть позже, потому что Мариуполь не сразу был окружен, но, скажем, люди удерживают позиции в полном окружении больше 40 дней. Это просто герои. На цьому тижні з'явилося таке, ну, знову емоційне звернення президента України з конкретними пропозиціями до іноземних партнерів щодо зброї. Там не було вже просто «ми потребуємо зброї», а була вже конкретика. Я думаю, що ти звернув на це увагу, тому що більше розбираєшся в цьому. З одного боку є конкретика, з іншого боку є заяви деяких країн, що ну, ми вже все, що могли, все вам дали. Я можу в це повірити, тому що дійсно ну, є допомога, є поставки. І тут два питання в одному. Ця війна, вона спричинить в світі, ну, в Європі, в інших ну, країнах, в інших континентах бум на виробництво нової зброї. Не тому, що віддали Україні, у самих майже нічого не залишилося, ну, а тому, що ну, час такий нестабільний, м'яко кажучи. Ну, почнемо з першого. Германия, которая недавно заявила, что мы все свои склады буквально чуть ли не под ноль вынесли, и мы сами остались без оружия. Вопрос интересный, потому что Германия очень активно разоружалась. Страна в центре Европы, страна-член НАТО, никаких прямых угроз нет. Как бы можно понять, не хотели тратиться на
армию. Современная армия – дело очень дорогое, даже если она не воюет. Поэтому даже я помню во времена Меркель, это, кажется, 18-й год, на фоне войны пока тогда еще на Донбассе и возможных каких-то телодвижений России, решили провести, так скажем, стресс-тест немецкой армии и поняли, что основные вооружения буквально 30-40% боеготовые. То есть если у Германии 100 самолетов, 30 летают, 100 кораблей, 30 ходят, стреляют и так далее. Поднялся большой скандал. Попытались как-то внести соответствующие коррективы в военный бюджет Германии. Но они были несущественные. Я к чему это говорю? Вполне возможно, что Германия, рассчитывая, что если и война случится, то ее защитит НАТО, не особо была запаслива в части вооружений. Вполне возможно, что нам отдали буквально вот тот самый критический уровень, оставив для себя что-то. Может быть, даже для ведения боевых действий на неделю, может, на несколько дней. Поэтому как бы сильно на Германию злиться тоже в этом случае, ну, я бы не стал. Нужно знать их актуальный уровень запасов. Второй интересный момент. В США правительство собирает руководство всех ведущих частных компаний. А я напомню, что в США военно-промышленный комплекс на 99,9% в частных руках, собирает производителей вооружения. И здесь вот начинаются пересуды. Ага, было сказано, что обсуждаются перспективы выпуска вооружений на ближайшие несколько лет. А значит, в США рассчитывают, что война в Украине продлится несколько лет. Нет, нет. Западный мир, он живет по контрактам. И подписываются они на несколько лет. Если тебе нужно, допустим, 100 F-18, они не производятся за месяц, не за два, 3-4 года, 5. Вот о чем идет речь. И если же мы пытаемся найти какую-то конспирологию, то расстрою вас, США и без такого совещания, если будет принято решение, что сейчас частично мы видим, может нас значительно усилить без всяких совещаний, просто нужно решение. Запасов у этой страны очень много. Дело в том, что у них существует такая практика, что техника, побывавшая в какой-то компании, даже если это было всего несколько месяцев, отправляется на хранение, а в подразделении, которое на ней воевало, получает новое. Страна богатая может себе этого позволить. Поэтому там запасов на несколько Украин хватит. Поэтому не ищите конспирологию в этом. Что же касается бума, я сомневаюсь, скорее какие-то точечные заказы на те же джавелины, потому что вот они проходят очень классную обкатку. До этого они, безусловно, были задействованы в разных вооруженных конфликтах, но такого масштаба, причем с регулярной армией, которая была в топ-5 армий мира, те же НЛО будут заказаны. И я так понимаю, что даст импульс развитию беспилотных технологий, беспилотные танки, беспилотные вертолеты, сами беспилотники, особенно ударные, такого же типа, как Байрактар, потому что мы видим, что лучше всего действует на этой войне. Какие-то дистанционные средства поражения, дальнобойная артиллерия. Я думаю, что танки, как показывает эта война, в ближайшее время не очень будут интересны кому-то. Ну, пожалуй, все. Ну, средства связи. Да, средства связи, особенно защищенные, типа «Харрис».
это ведущий американский производитель, в том числе они состоят и у нас на вооружении. Вот, пожалуй, да. Вот это вот мы увидим в ближайшее время, как страны этим будут закупаться. Тобто, якщо ми говоримо, що танки минуле, це такі там 20-те сторіччя, і війни майбутнього, на жаль, можливо, і та війна, яка на території України відбувається, можливо, ну, схематично так, якесь надійне колесний транспортний засіб і бійці з такою технікою, як там МЛО чи Джавелін, і все. Тут скорее да, что-то такое будет, мобильные платформы, потому что, допустим, даже до нашей войны в мире очень активно разрабатывались концепции колесных танков. То есть это фактически БТР только с пушкой от танка, где-то вот промежуточный калибр какой-то, чтобы его не перегружать, но на колесном шасси, чтобы очень быстро маневрировать, отстреляться и убежать. Вот да, но, скажем так, я бы не говорил, что танки, хочу быть правильно понятым, ну, что да, танки это совсем прошлый век. Нет, в нашем, вот именно в наших украинских реалиях, почему мы сейчас просим тяжелую бронетехнику? Потому что для проведения дальнейших операций нам нужна бронетехника, нам нужно усиление наших нашего наступательного потенциала. Это как раз позволяет делать танки. Насколько успешно, вопрос второй, который зависит от степени насыщения противника противотанковыми ракетными комплексами и умения расчетов ими пользоваться. Вот тут да, но мир остальной, особенно страны, которые не жалеют денег на свои армии, да, будут вкладываться в мобильные платформы, мобільні безпілотні платформи. От так ми їх називаємо. Дякую, Юліана. Як завжди, все корисно, по ділу. Будемо спостерігати далі за всім, що відбувається. Ну і будемо бажати спокою нашим містам. Перемоги ми і так завжди бажаємо, але відходимо від ситуації. Дякую, до наступних зустрічей, Юліана. Спасибо тебе за приглашення. Всім нам міра, сил і надежного ПВО над головой. Згодом. Дякую.